Меня зовут Юля. Занимаюсь изготовлением тортиков на заказ. Я поехала в Россию работать. Пришлось все бросить. Обещали очень хорошо платить. Все, что зарабатывалось, большей частью уходило на жилье. Ребенок в школу ходил, ему надо было и на питание платить. Работала с утра до ночи. Мне обещали, что на праздник я получу в 2-3 раза больше. Не хотели платить, и все. Потом, подождите, еще поработайте. Мне никто не отдавал обещанных мне денег, а с пандемией надо было в срочном порядке уже уезжать, потому что закрывались границы. То у них все мои были документы. Говорю, сейчас с полицией приду, они уже отдавали это все. Отдала денежку, собрались и все кинули. Остались мы ни с чем. После приезда в Беларусь узнала о знакомых, что вот можно обратиться в МОМ. Мне предложили приехать в реабилитационный центр с дочкой. Мы там жили, ходили на обследование медицинское. Немаловажно, вот эта помощь психолога была мне и моему ребенку. И узнав о том, что вот у меня есть мечта и желание работать, зарабатывать больше, они мне помогли вот в приобретении, например, вот этого миксера, чтобы я работала сама на себя. МОМ и вот клуб деловых женщин, я им очень благодарна, потому что мои мечты исполняются, и это благодаря им. С помощью МОМ мне открылись огромные возможности пойти в каком-то новом направлении. Благодаря вот пищевому принтеру, который вот они мне приобрели, больше каких-то у меня и возможностей по декорированию тортиков получается сейчас. Прежде чем, наверное, поехать куда-то, грамотнее проверять ту организацию, в которую вы будете ехать, как у них идет оплата, ваши условия труда. И есть ли какие-то проблемы? Есть номер 113, горячей линии, бесплатный, полностью анонимный. Можно позвонить, проконсультироваться, вам всем помогут. Хочу развивать свой бизнес, делать приятно. Это, я думаю, моя профессия, это всегда праздник. Хочу просто работать, быть независимой от всех, чтобы не было такого больше обмана в моей жизни. Очень благодарна, что я смогу сейчас работать сама на себя. Думаю, в городе своем буду достаточно известна. Хочу быть, по крайней мере, чтобы было больше заказов и приносить людям радость.